Привет, танкисты. Я социал-медиа-менеджер из ВГ, и Юша никогда не сможет произнести мое имя правильно. И мой босс сказал мне лично записать это видео. И на эти новогодние праздники мы хотим подарить вам бесплатный слот в ангаре. Воу-воу-воу-воу-воу, мы об этом уже говорили. Не бесплатный слот, а бесплатный танк, подарочный танк. На этот Новый год мы подарим вам танчик, который вы тут же продадите и получите бесплатный слот. Не, ну ты меня убиваешь. Если вы зайдете в игру, мы подарим вам танк. Только представьте, немецкий прем ЛТ 3-го уровня. Почему ты так категоричен к подаркам? Все прошлые подарки фигня. Ну так-то да, но что насчет Т-97? Ужасен. Лайтвик? Фигня. Комбаткар до апа? Хрень. Комбаткар после апа? Хрень. Панзер 2D. ЛТП. Избавился. Да все его оставили. Так, ладно, все наши подарочные танки не очень. На этот раз у нас есть танк, который стоит хотя бы попробовать. Знаешь что? Мы покажем. И это сработает? Это сработает. Создадим тренировку, где он противостоит Су-76И. О, имбочка? Ну да, типа того. И он стреляет ей в лоб и пробивает. Голдой? Не голдой, ББшкой. Ух ты, прикольно. Да, типа на этот раз мы дали вам вполне неплохой танк, который на что-то способен. Так попробуй сказать это на камеру. В этом году вы прокатитесь на нашем подарке вместе с другими игроками, а потом продадите его ради слота в ангаре. С Новым годом!